Приветствую вас, друзья! С вами Дмитрий Петровский и Сергей Горец. Сегодня 2 мая, и в такой прекрасный весенний день мы решили отправиться на одно очень живописное озеро, которое находится на запад от Умани. Ну что ж, вперед! Это озеро образовалось на месте добычи гранита. Пейзаж отсюда просто фантастический. Попробуем водичку, немного прохладная. В этом месте раньше взрывали гранит. И мы можем видеть множество трещин и расколов. В этом озере водятся ручные лягушки. Убежал. Эти лягушки очень дружелюбны. Привет, привет. Здоровается правой рукой, видите? Привет. Привет, лягушка. Пожми мне ручку. Вот так, вот так, вот. Молодец. Вот лягушка собралась покататься на качели. Поможем ей в этом.
Возле озера в лесу течет ручей. Также здесь есть источник. Наберем водички. Ну вот, дорогие друзья, наше путешествие подошло к концу. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Подписывайтесь на канал «Вольная жизнь». А у нас пока все. До новых встреч! Oh, me.